Друзья, привет. Значит, вот тут мне подгон сделали такие палочки. Это палочки орех. Ну, они как бы не нужны, в цеху были. Их хотели выбросить, а я их, грубо говоря, забрал себе. Сейчас я попробую сделать с этой палочки ручку. Такая сувенирная ручка должна получиться. Центр надо найти. Потом пригодится, когда будут засверливаться. Друзья, поставил на свой агрегат крупную шкурку. Сейчас доведу до более-менее ручкоподобного состояния. Друзья, ну вот как-то вот так вот вышло. Такая квадратная, квадратно-овальная. Я уж не стал сильно скруглять, поскольку это все-таки сувенирная продукция. Ручка. Тут вот на плоскости можно какой-нибудь логотип написать во всю длину. Так, сейчас буду засверливаться. Приобрел я заранее, значит, такой вот стерженек в канцелярском магазинчике. Есть у меня сверло, такое вот длинное, 3 мм диаметр. Ну и стержень тоже 3 мм. Сейчас я вот тут отметил, буду засверливаться. Так, ну сверло, конечно, излишне длинноватое, но, как говорится, какой есть, тем и буду сверлить. Друзья, что-то уходит от центра. Надо сверлить, наверное, до того, как будет скругление точно. Ну ладно, все равно сейчас сделаем. Древесина твердая. Поэтому постепенно. Друзья, дырка готова. О, тут маленько промазал, здесь вылезло. Ну, я же вручную. Надо более точно метиться. Ну что, пробуем. Входит. Входит, куда он денется. О как. Ну, в общем, как-то надо поточнее высверливать. И, видимо, сначала сверлить, а потом уже закруглять. Тогда будет, ну, вообще просто здорово. А так вполне себе сувенирная ручечка получается.